Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Итак, перед вами персик, вернее нектарин медведовский. Прислал мне Лунев Александр. Всегда краснолистный, как бы еще и декоративный. В этом году персиков очень мало или почти нет из-за морозов. Это весна 2020 года. Поэтому самое время для обновления кроны, чтобы вызвать еще лучшее расположение и развитие однолетних побегов, которые в следующем году будут цвести и закладывать новый урожай. Итак, мы коротко пообрезали в данном случае все маленькие однолетние побеги, чтобы были плоды и новые побеги. Теперь укорачиваю. Вот видите, самый нижний побег, он более сильный, нежели два верхних. Поэтому сейчас как бы на один этот побег и обрезаю. Также и здесь. Вот оставили прошлогодний побег. Несколько хороших побегов есть на нем. Я обрезаю на самый нижний, то есть ближе к стволу, к основанию. Также здесь вертикальный убрал. На самый нижний обрезал. Верхушку, если есть несколько или целый пучок побегов, я обычно обрезаю на нижний. Тем самым прореживаем новые побеги и оставляем самые сильные и ближе к стволу. Для чего это делаю? Если древесина постоянно так как бы отдаляется, оголяется, она быстрее стареет. Чем мы ближе к стволу делаем постоянно новые побеги, древесина остается более молодой, хорошо вызревают побеги и хорошо закладывается урожай. В общем, так на всех веточках. То же самое здесь. Если видно, вот есть ближе к основанию побег. Здесь идет разветвление, много разных побегов. Я беру ближе к основанию побег и вырезаю одну-двухлетнюю древесину. То есть даже сейчас. Сейчас это начало июня, когда приросты есть сантиметров 20-30 и так далее. Вот. Вот так же. Оставил сильный побег. Можно его ставить, можно даже еще ниже, то есть ближе к стволу. Оставил всего один побег максимально близко к стволу. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Рых. До свидания.